Здравствуйте, уважаемые! Продолжаю тему стихотворения на картины великих художников России начала 18-19 веков. И это Николай Васильевич Негрев. Картина называется «Портрет актера». Написано было и посвящено великому актеру Михаилу Семеновичу Щепкину. Крепко сложенный мужчина с грацией на лице, сколько им сыграно ролей, не сосчитаешь уже. Сколько бурных оваций, браво кричали взахлеб. Медленно и плодотворно он продвигался вперед. Вдумайтесь, как крепостному забраться на пьедестал. Миша, кричали, Михайло! Щепкой по сцене летал. Благодарю за внимание. Как говорили наши бизнесмены, это еще не все.